Добрый вечер. Мы находимся в Арабских Эмиратах, в Шарже. Сегодня 9 февраля. Нам сказали, сколько стоит, там дорого очень. Ну, тут можно, говорят, на кораблике покататься. Где-то тут у них причал, вот там вот горе, вот мостом. И отсюда отплывают. Люди ходят, чаек кормят. Погода великолепная стоит. Сегодня 9 февраля, вот сейчас время 6 часов вечера, 25 градусов. И люди начинают собираться, скоро начнется. В конце вот этого будет шоу фонтанов, очень интересно. Так, конечно, красиво, пальмы привозные, правда говоря, свои у них не растут. Ходили сейчас на рынок, думали краб свежих купить, были только одного и очень дорого. Брать не стали. У нас в магазине они по 20, по 19 дирхамов. Это 300 рублей с копейками. А тут самые дешевые были 40. Но, правда, немножко другие. Плешни побольше. Другой сорт. А так мы ждем это шоу, когда начнется. Говорят, после 7. Люди местные арабы сюда приходят своими стульчиками. Делают тут пикники, сидят. Вот мы прошли сзади, сидит там их целая куча. Вот это вот напротив нас центральный, этот называют его паровозики. Тут сеть магазинов. Что тут как нет, но я уже был там в видео. Ну ничего интересного нет. Цены дорогие очень. Как торговый центр, очень дорогие. Так, в Эмиратах мы первый раз. Прилетели по горячему туру. Все, в принципе, нравится. Очень дешево нам обошлось. 35 тысяч за двоих с питанием. Нормальный отель. Синема. Ну, вот отдыхаем, тащимся. Продлили себе еще буквально недельку лета. В Воронеже сейчас минус 15. Вот мы рванули сюда по горячему туру. Когда начнется шоу фонтанов, снимем вам новое видео. А через послезавтра, в среду, уезжаем в Дубай на целый день. Так что будем там снимать.